Mēs turpinām ar vēl vienu brīnišķīgu maestro mūziku un aicinām uz skatuves mākslinieku no Krievijas. Skaņdarbs saucās Puķi k svētu. Dāmas un kungi, Aleksandra Jelovskih. Добрый вечер. Я впервые в Латвии, впервые в этом замечательном городе Даугавпилс. Я, конечно же, счастлив стоять на этой сцене и петь для вас песню великого, не побоюсь этого слова, композитора Раймонда Пауса. Охотничья пуля пропела, птица умчалась в высокое небо, где стая ждала. Ничего не случилось, мне ветер дал крылья, я не боюсь высоты любой, любой высоты, друзья. Я найду к вам дорогу, пусть не видала, как плакал я от обиды. Слышу рассвет, как пел я свободно о том, что было, о том, что будет. Я не поверю, я ни за что не поверю, что черной тучи день путь строит мой к свету. Нет, так быть не может, я ни за что не поверю, что черной тучи день путь скроет мой. Охотничья пуля пропела, птица мчалась в высокое небо, где стая ждала. Ничего не случилось, мне ветер дал крылья, я не боюсь высоты. Yeah.